Он потом обязательно позвонит, когда уже год прошел, даже лучше два, когда ничто из внутренних не болит, ни сердце, ни нежность, ни голова, когда с тех пор минуло 800 вечерних выпусков новостей, когда никто никому уже не придет, когда точно взаимно никто, ничей. Это будет глупый повод звонка, настолько, что даже цели его глупей. Вялое что-то между привет и пока. А обоих уже ни шпаг, ни портупей. И так он не вовремя, хоть ты вой. Неловко трубку держать плечом, холодный думаешь головой, что он вообще теперь нипочем, что он вообще сейчас ни зачем, что просто странно, как ни к чему. И как-то глупо, что раньше всем, что было живого, неслась к нему. И пока отбиваешься, да, нет, нападаешь на мысли ужасный след, что такого с тобой уже никогда, то и тебя самой года два как нет. Он потом обязательно позвонит, когда будет вообще уже нипочем. А ничто из внутренних не болит.